Бесперебойная подача кислорода и круглосуточный уход за пациентами. Малгобекский ковидный госпиталь оснащен всем необходимым. Этот мужчина здесь 24 января поступил в экстренном порядке. Все симптомы, а это температура, кашель, одышка и слабость, перевел на простуду. Вот только спустя несколько дней состояние ухудшилось. Больница может принять до 120 стационарных больных за раз. В случае необходимости лечение здесь могут проходить одновременно более 200 больных ковидом. На сегодняшний день в стационаре 131 человек, 10 из которых на ИВЛ. Причина критического состояния – позднее обращение. Пациенты чаще всего поступают уже какой-то период, пролечившись дома, уже в далеко зашедшей стадии заболевания, когда на КТ уже есть изменения, поражение легких. Вот. Хотелось бы сказать, чтобы люди обращались за медицинской помощью вовремя, обследовались, сдавали анализы и получали вовремя лечение. Число госпитализаций чуть уменьшилось, но новых случаев заражения почти на 10 больше, чем накануне. Удержать рост инфицированных удалось благодаря массовому иммунитету, соблюдению антиковидных мер и, конечно, двухнедельным каникулам в учебных заведениях. Дети, которые находились на каникулах, не посещали общественные организации, это немножко как бы притормозило распространение этой инфекции, потому что данный штамм омикрон, он заражает очень быстро и большое количество людей. Если во время первых волн тяжело болели пожилые люди, сейчас инфекции подвержены и молодые. Впрочем, несмотря на то, что омикрон проходит быстрее, штамм опасен своими последствиями. У первых непривитых может развиваться обширная пневмония. Врачи советуют не рисковать. Основной метод профилактики, конечно, это вакцинация. Желательно, чтобы как можно больше людей провакцинировалось, чтобы создать коллективный иммунитет общества. И тогда болезнь, я думаю, отступит. Советуют не рисковать и пациенты. Всего в Малгобеке и Малгобекском районе открыто 4 прививочных пункта на базе центральной районной больницы и в селениях Сагапши, Нарки и Новый Редан. Записаться на вакцинацию можно и через сайт госуслуг, либо прийти самим в больницу и обратиться в регистратуру. Хавагагиева, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.